Еще в 1328 году в духовной грамоте Ивана Калиты впервые упоминалось село Ирининское. Сейчас оно носит имя героя Советского Союза, уроженца этих мест, летчика Василия Сергеевича Молокова. В честь дня основания села, которому уже 695 лет, прошел праздничный концерт. В течение вечера на сцену выходили талантливые артисты, их душевные песни и зажигательные танцы с легкостью покорили молоковчан. Яркие номера представили студия эстрадных танцев «Гюнеш», фолк-группа «Млада», хореографический ансамбль «Надежда». Эта земля богата талантами. В этот вечер получился своеобразный молоковский флешмоб. В своих чувствах к малой родине признавались все. Судьба Светланы Киселевой навсегда переплелась с этим краем. Здесь все самое дорогое для нее. Место, которое родное, близкое, по духу, по темпераменту. Здесь живу я, моя семья, мои дети. И, конечно, хочется, чтобы дети в дальнейшем тоже здесь остались и продлевали дальше род на малой родине. А вот Наталья Нагиева стала местной жительницей относительно недавно. 8 лет назад переехала в Молоково из столицы и ни разу не пожалела об этом. Мы приехали из Москвы, и могу сказать, это самое лучшее место на земле. В каком плане? Здесь есть, в принципе, все для людей. Поэтому, если есть у вас желание переехать куда-то, приезжайте к нам в Молоково. Ни за что не променяет свежий молоковский воздух и семья Апуриных. В Москву уехать? Нет. У нас продали здесь лучше. Там квартиру еще одну и купили здесь. Тихо, спокойно. Кислород, пруд, леса. Своя земля. Мы любим Молоково! Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.